будете ездить? А это в аккумуляторе заливать. Да? Дистиллированная. Ага. С низким этим содержанием, да, всяких солей. Ну, вообще, вообще, да? СССР. Все. Вот так. СССРовский ГОСТ для аккумуляторов. Сережа, не надо вода для аккумуляторов? Говорят, дистиллированная отсюда течет. Да, просто... Что ты смеешься? Ты на вкус пробовал? Есть жесткая. Есть жесткая. У него, да, у него аккумулятор негодный, его надо менять. Это нам Ямполь, речка Жеребец. Мы на какой-то железной вышке. Возле страусиной фермы. Какие-то лошадки, вон страусов целая дюжина, пруд высох, где утки жили. Из страусиного меню нам ничего не предложили, страусы бойкотируют процесс несения яиц, ходят он туда-сюда, смотри. Это видно не сезон. Есть серые страусы, есть черные. Много рыбаков возвращается, все с удочками. Вот это уже, не знаю, еще одна пара, третья пара. Все с той стороны идут куда-то в деревню, наверное, уже. Это олени там, да? Самом после. А, вон на углу серенький, еле видно, возле кормушки, да? А у них два рога вон торчат, смотри. Одни рога видны. Да. Увеличит, мне кажется, мы. А ну вон. Да-да. Страус с белыми перьями на конце крыльев машет. Машет свои страусихи. Таня, он стоит вблизи. Мы не стали, поскольку уже много раз были тут, заходить на территорию. Это стоит удовольствие 80 гривен на нынешний день. Вот Таня пошла, она тут не была. И вот смотрит. Непонятно, перед кем это сразу выпендривается. То ли перед своей страусихой, то ли перед Таней. Куцый, да? Нет, страусиха и Таня. А страухи, ноль внимания, она у Тани выпрашивает поесть. На страуса никакого внимания. Потому и нет яиц в этой столовой. А видишь, уже передний фонарь светодиодный. Ничего себе. А раньше на керосине было. Ну, и шо он? Так что, правда, нас пропускают? Нет, не понял. Да. Не понял. Нас, нас не пустят. Нас. Так, а так еще... он остановился, видишь, нас пропускают. Выше. А,
и открыл. Один вышел, один. Слушай, обалдеть, такое место темное. А я думал, что, ну как, фонари есть, все темно. Опа! Но все равно дико. Давай, давай. Пока. Нам ехать. Ты не маши, а то остановится, сейчас будет тоже тебя махать. Все равно гоняют, видишь? Такой нету, как у нас в маршрутках, чтобы стояли, нету. Не, ну видите, там можно 5 раз меньше. Можно...